В Твери из-за прорыва магистрали без тепла осталась значительная часть Заволжского района, где проживают 19 тысяч человек. По информации энергетиков, от отопления и горячей воды отключены почти 140 домов. Большая часть жилые, а также две школы и детский сад. Ликвидацией занимаются две ремонтные бригады. Как следует из сообщения на сайте энергокомпании, планируется, что одна половина домов будет отключена завтра в 7 часов утра, а вторая в полдень. Между тем, в городе сегодня минус 8.